5 лет я ловлю кротов, и мне все задавали вопрос, а зачем ты ловишь кротов? И наконец, спустя 5 лет, я понял, зачем. Темнота спасет жизнь при ракетном обстреле. Да, Найда? Утром так бомбануло, что Найда, бедная, соскочила со стула. Вот раз, потом секунд через 10 второй раз бомбануло. 21 век, мир нанотехнологий. Ой, ребята, что вам сказать. Провел свет в подвал. Вот, несу вот электрокамин. Вот, ну не знаю, короче, сейчас буду это, лампичить. Какое будет завтрашнее утро. Вот, будут ли бомбежки, непонятно. Ну, надо ж как-то спасаться. Поэтому не знаю, как сказать. Будем обогреваться в подвале этим камином. Электрокамином. Если свет, конечно, не перебьет. Ну и есть эти запасы. Вот, картошка, в принципе, есть. Помидоры, огурцы. Вот, немного капусты есть. Что тут еще? Буряк остался. Морковка. Вот такие вот дела. Надо рассаду садить, а мы будем в подвале, значит, это прятаться.